Новый спортивно-оздоровительный комплекс открывают сегодня в Змеиногорске. Стоимость объекта – почти 74 миллиона рублей краевых и муниципальных средств. Строительство двухэтажного здания площадью 1500 квадратных метров началось в прошлом году. Сейчас строительные работы завершены. На первом этаже располагаются спортивные тренажерные залы, на втором – борцовский тренировочный зал и медицинский кабинет. Подробнее о новейшем спорткомплексе мы расскажем в ближайших выпусках наших новостей.